Thank you.
Нет, 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 нет
15 минут игра, никого нету, что такое? Главное, что есть ты. Ага. Как говорят, один в поле не воин. Переодеваться можно заебать. И болельщик у вас есть один. А, привет. Ну как успехи-то национальной команды? Сборная вылетела с Кубка Конфедерации. А, ну, это-то я знаю, да. А ты за них и не болел, да? Я, чё? Не, ну все равно посимпатичнее играют, чем раньше. Прогрессируют? Раньше-то вообще печально было. Иди покомментируешь матч. Да не, не, не. Без звука, я научу. Я тут этого не знаю. Я тебе всех расскажу. С кем мы там играем? Ливерпуль. А? Ливерпуль. Нет, там ничего не играть, на каком месте? На последнем они. А мы на предпоследнем. Битва за последнее место. Ты у меня хорошую игру пригласил. Прям битва титанов будет. Иди комментируй. Мне нельзя. Я оператор. Все будут, да? Все там будут. Главное, молодежь будет. Все нам и не нужны. Я-то где буду играть-то? Место не определено хоть. Где захочешь, даже ворота свободны для тебя сегодня. Воротчика нет. Ага. Это в центре, либо защита, либо... Ладно, дальше. А Андрюха что-нибудь будет? Кто? Андрюха. Какой? Или как его зовут? Защитный спор успел. Все время. Если он из Сочи успел приехать, то будет. Ну а в следующее воскресенье мы играем? Или уже все? Нет, ну играем либо в субботу, либо в воскресенье, как поставят. Ну, воскресенье на выходной, как попадает. То есть лучше попросить на воскресенье, да, поставить? Ну ради меня, ну конечно. Конечно, в понедельник, вторник я работаю, среда, четверг. Отдыхаю, пятницу, субботу работаю, воскресенье, понедельник отдыхаю. Два через два. Идет капитан. Что не видно команды за ним? Прекрасно тут устроили, сейчас смотрю. Да? Иди комментируй. Мне нельзя, оператор. У меня один негатив только будет, ты знаешь. Ладно, пойду туда. Че ты, Илюха, сейчас доснимешь, подаешь что-то, да? Да. Какой счет у них-то? 1-1. На каком они месте все? Надо смотреть. Ладно. Не помню. 5-6, там, первое. Там всего 6 команд. Ну где-то в серединке. Или даже вверху. Что 6 команд и все? Испания же. Непопулярный перец. Иди комментируй. Да, че, какой из меня комментатор? Ну, научишься. Да. Че, нормально снимает? Да. Мы 4-го с Русскогорцем же играем. Че, приедете? Ну, посмотрю. Ну, мы у них если что играем. А нахер я тогда уж там приоден. Высокогорец я еще не снимал, надо снять. У меня еще трещина в ребре, вообще нормально. Я на когда завод играл, сломал вратарь. Что такие ужасы говоришь на камеру? А зачем кто с кем играет?
Севилья против Атлетико Мадрид. Костян, подсоединяйся к беседе, комментатор. А кто там в конце отписался, что будет? Да я знаю. Будешь стоять? Кто это играть-то будет тогда? На центр вообще нормальный. Я Садыкин, блядь, Силан. Вон я Лене предлагаю на ворот, он не хочет. На центр вообще пойдет сегодня полузащита. Колю надо поставить, как я предлагал. Молодежь вперед, старичков назад. Вот, правильно. Я еще на своей нормальной позиции слева в защите. Вообще пойдет. Победа в руках сегодня? Сегодня верхний. Они идут там пивас пьют. Кто? Вон, Ливерпуль. Да пускай пьют, нам-то что? Как раз. Ну, почище будет. Нам легче будет. Школьная, что ли? А, не. Начнут ломать, наверное. Вы меня заговорили уже. Первый тайм закончился.